Тем временем в Коми продолжается работа по оздоровлению Коми Авиатранса. Накануне в правительстве России прошло совещание с участием главы Коми Владимира Уйба, министра экономического развития и промышленности региона Эльмиры Ахмеевой и представителями федеральных министерств и ведомств. По итогам совещания был подготовлен план финансового оздоровления авиакомпании. Мы прилагаем максимальные усилия для сохранения такого социально ориентированного предприятия, как Коми Авиатранс, заявил Владимир Уйба. На поддержку авиаперевозчика в бюджете республики на этот год предусмотрено почти 600 миллионов рублей. Согласно сезонному расписанию, самолеты компании выполняют рейсы и на внутренних маршрутах в Ухту, Печору, Усинск, Воркуту, Инту, Усть-Цельму, Троицко-Печорск. Жители республики могут совершать перелеты в Москву, Санкт-Петербург, Симферополь, Анапу и Сочи. Организованы международные вылеты. Помимо этого, представители компании «Руслайн» выразили готовность взять на себя организацию перелетов из Воркуты в Санкт-Петербург и из Усинска в Москву. При этом основным авиаперевозчиком на внутренних региональных направлениях был и остается Коми Авиатранс, отметили в Министерстве экономического развития и промышленности Коми.